город Балхаш, и вот тут стадион Металлург, одна из сторон стены, находится на 21-м квартале, название условное, более широкое, и вот тут я вижу тусовочное такое место, что-то вроде бульвара, или куска бульвара. Ну, в юности, конечно, я здесь ходил, и было не так. Оно изменилось. Я двигаюсь в сторону улицы Ленина, и вон там пожарная машина едет. Даже качельки для маленьких детей. Для совсем маленьких детей. Еще одна пожарная. Ну вот тут такая, что-то вроде мемориала. А впереди вон высится телевышка. И тут написано: тысячи и тысячи имен хранить память нашего народа, и это нельзя забывать. Ну, возможно, это жертвам репрессий 30-х годов, да? Впереди улица Ленина, и там территория парка.